Со мной рядом стоит победитель сегодняшнего боя Никита Чистяков. Никита, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Я думаю, что если здесь дают бонусы за досрочку, то ты кандидат номер один на этот бонус по-любому. Первый вопрос. Слушай, этот бросок в начале, когда зал просто заревел. Скажи, ты часто их тренируешь? Спасибо, да, за поздравления. Ну, я, да, вот если мои бои посмотреть, то в М1 я когда там бился, часто бросал так. Ну, бывает, получается. Ну, раньше в любителях все время любил вытаскивать, так на второй этаж бросать. Получилось так. Расскажи, пожалуйста, как проходила у тебя подготовка к поединку? Подготовка к поединку начала я в Санкт-Петербурге, а потом мне помогла моя команда «Рать». Да, я очень благодарен. Недавно я подписался с этой командой крутой. Поехал в сборы в Талицу. Вот, в команде «Урал Топ Тим» готовился под руководством Сергея Шумилова. Спасибо большое им за помощь огромная. Да. Спасибо Сергею Трофиму, за руководителю команды «Рать», Александру Скалину, за то, что это все организовали. Все круто прошло. Скажи, есть ли у тебя уже какие-то наметки на следующий поединок? Были ли тебе предложения, или ты сейчас ничего пока не знаешь, будешь отдыхать пока? Да, еще пока не знаю. У меня вот буквально там чуть больше месяца назад был предыдущий бой, да. Там, слава богу, победили. Вот, и, ну, пока, сейчас пока отдохну, хочу отдохнуть летом. Немного так травмы небольшие подзалечить. Ну, а дальше посмотрим, какие будут предложения. Расскажи немного про свою команду «Рать», как там проходят тренировки, часто ли ты посещаешь, сколько раз в неделю, и расскажи немного про ребят, может, они будут скоро интересны поединки. Ну, это не клуб «Рать», это команда, они, то есть, организовывают, да, они помогают в плане тренировочного процесса, то есть на сбор отправляют вот так в этот раз в Талицу. Вот. Вообще я изначально с Александром Скалединым знаком, еще там с турниров IFC. Вот, и его знаю как очень порядочного человека, поэтому и команда очень крутая на данный момент. Тут бойцов много, подписано хороших. Вот, ну, сейчас так с ними работаем. Спасибо тебе за блестящую победу. Мы надеемся очень часто видеть такие броски в твоем исполнении. Спасибо, да, Игорю Алтушкину за организацию такого турнира. Очень все круто, мне очень приятно выступать на таком турнире. И когда в карде, я, ну, можно сказать, в мейн-карде, и очень звездные бойцы Александр Емельяненко, там, Ваня Штырков тоже, круто.